Инструменты! Перед нами вновь двигатель 36. В этот раз мы будем регулировать газораспределение. Этот двигатель является высокооборотистым. Значит, вот у него выпускной коллектор. Вот выпускной коллектор. Как мы понимаем, потому что этот коллектор он пустой, как мы можем слышать. Этот коллектор, к нему идет охлаждение, и у него есть изоляция. Следовательно, этот распредвал будет открывать выпускные клапана, этот выпускные клапана. Так, мы будем регулировать газораспределение. Чтобы отрегулировать газораспределение, нам необходимо поставить первый поршень, верхнюю мертвую точку на такте расширения. В данном случае кулачки на распредвале будут направлены вверх. Далее нам необходим щуп, который равен 2 мм 34, и им мы будем измерять зазор. Нам необходимо далее поставить первый поршень на 340 градусов по грудовичке на маховике. В данный момент будет начало такта всасывания, то есть в этот момент будут начинать открываться впускные клапана. Необходимо открутить шлицевую муфту у распредвала, которая соединяет его с коленчатым валом. Далее с помощью гаечного ключа мы будем вращать распредвал по направлению его движения, чтобы кулачок распредвала начал открывать выпускные клапана. Это работа с распредвалом, открывающим впускные клапана, закончена. Теперь такую же работу нам необходимо произвести с распредвалом, открывающим выпускные клапана. Далее выставляем поршень первого цилиндра на 132 градуса на момент такта расширения. Далее, опять-таки с помощью гаечного ключа, нам необходимо провернуть выпускной распредвал до момента касания кулачков выпускных клапанов. По ходу движения выпускного распредвала. Вот, все, начало касаться. Обратно соединяем шлицевую муфту с выпускным распредвалом. Проверить всю сделанную работу. Чтобы ее проверить, нам необходимо установить
первый поршень на 340 градусов, то есть поршень должен не доходить до верхней мертвой точки на 20 градусов. В данный момент начинает открываться впускные клапана. Вот, кулачок чуть-чуть, буквально вот, начинает уже зажимать бумагу. Ой, выходит, то есть входит. Входит! И выходит. И входит. Замечательно выходит. Далее нам необходимо проверить работу распредвала выпускного. Это мы будем проверять, выставляя первый поршень на угол 132 градуса, то есть минус 48 градусов, не доходя до нижней мертвой точки. В данный момент нам необходимо проверить, что кулачки выпускного распредвала начинают открывать выпускные клапана. Вот. Они начинают уже потихонечку зажимать бумагу. После всех проведенных работ нам необходимо законтрить все шлицевые муфты.